Рифаном, короче, поехали за клюквой. Съездили, клюкву набрали. Ну, нормально. Набрали перед заморозками. Лед уже на лужах. Блять, я на своей что-то в тачке пролетел, он передок, говорит, забыл включить, все, она у него села вместе с передком. Мне кажется, резина беспонтовая. Сейчас посмотрим, что там у меня резина какая. А чего-то спокойно тут прошел, просто верхом вообще, даже не даванул. Резина то, что четкая. Вот резина такая, ну типа ел, там не знаю что. На самом деле резина говно это полное, никому не советую такую резину брать. Вот. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Смотри, вот сюда только середину, Руслан, не бери. Вот сюда. Вот так вот, этим колесом сюда, тем туда. А ты меня поправляешь? Да, давай. Вот лучшему заднему сдавай. Все, прямо, прямо. Не-не-не, туда поверни. Во. Сильно повернул. Вот так прямо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Оп! Какая рывочка, он на тяг не пойдет. Все. Передок нихуя не гребет сейчас. Так я ж не думал, что я застряну. Маленько раскачали, попробовали, назад вытолкнули, сколько могли. А сейчас, походу, самая жесть будет. Опа! Что-то баланс вообще психанул, блядь. Во! Прямо зауважал сразу, блядь, сразу видно, свой пацан, блядь, на Ниве сидит за рулем. Ну все, дальше уже своим ходом.